В Одинцовский кампус МГИМО на внеочередное пленарное заседание приехали 56 членов областной общественной палаты. Эти люди работают в разных сферах – образовании, культуре, медицине и спорте. Открывая встречу, губернатор Подмосковья наградил Шоту Гаргадзе орденом за заслуги перед Московской областью третьей степени. Андрей Воробьев отметил, что общественник долгое время успешно возглавлял общественную палату Московской области. Однако уже с марта Шота Гаргадзе является членом общественной палаты Российской Федерации. Я хочу поблагодарить всех, кто отложил свои дела, кто уделяет внимание, время, кто с желанием работает в общественной палате, потому что для нас, для огромного региона, бурлящего полноценной жизнью, это очень важное подспорье. На освободившуюся должность председателя региональной общественной палаты Андрей Воробьев выдвинул кандидатуру ректора МГИМО Анатолия Таркунова. Губернатор отметил его весомый вклад в развитие эффективных взаимоотношений с органами государственной власти и обеими палатами Федерального собрания России, а также расширение контактов с общественными организациями не только Москвы и области, но и всей страны. Все люди, которые стоят в общественной палате Московской области, это наши партнеры, друзья, это наша команда, это команда губернатора. Губернатор Московской области, и сегодня Андрей Юрьевич это еще раз подчеркнул, это очень профессиональные, известные эксперты, которые могут в каждом своем направлении сделать очень многое для того, чтобы Московская область каждый раз подтверждала свое лидерство. Глава Одинцовского района Андрей Иванов, члены регионального правительства и общественной палаты единогласно поддержали кандидатуру Анатолия Таркунова. Новый председатель нацелен на эффективную работу с использованием современных методов, мониторинга социальных сетей, анализа общественного мнения и проведения актуальных опросов. На сегодняшний день это важнейшие инструменты в работе с людьми, считает Анатолий Васильевич. В области ведь есть эффективная власть, есть министерства, которые занимаются соответствующими направлениями развития области. Поэтому мне кажется, что самое главное – это наладить взаимодействие гражданского общества и власти. С тем, что власть все сигналы гражданского общества не только получала, но и реагировала на них, и исходила из потребностей, желаний тех, кто определяет жизнь этой области. А это люди здесь живущие. Губернатор особо подчеркнул значимость участия Анатолия Таркунова в решении важнейших социальных и экономических проблем региона. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».